Доброе утро, друзья! Сегодня утро, и мы с вами едем в Нюрнберг. Угадайте, конечно, мы едем на барахолку. Я рассчитываю, что наконец-то первый раз я побываю на Флюгаффене, на барахолке. Это аэропорт. Я уже несколько раз туда хотела попасть, и говорят, что самая большая барахолка именно на Флюгаффене проходит. Вот сегодня мы глянем. Жду автобус. Едем. Так, друзья, жаль мне очень, конечно, что в Эрлангене у меня раз в месяц барахолочка. Ой, она просто для меня лучшая вообще из всех. Ну, едем. Я, кстати, сегодня поздненько, будильник завела на 7. Не смогла встать. Вчера до часу смотрела фильм. Хочу, кстати, порекомендовать вам. Фильм 2022 года. 13 жизней называется. Это история, невыдуманная история. Я люблю вообще фильмы на реальных событиях основанные. Это Deutsche Bahn. Возможно, вы знаете эту историю, которая произошла в 2018 году о футбольной команде 13 тайландских мальчиков, об их спасении. В общем, фильм 2,5 часа. Ой, меня настолько все это трогает. В общем, рекомендую, посмотрите. Так, друзья, информация для тех, кто хотел приобрести велосипед на таком аукционе, на котором мы приобрели. Когда бывают аукционы, я не знаю, мы сами увидели случайно. Это были объявления, рекламка развешена по городу, по Эрлангену, и мы так случайно попали. А вот сегодня... В субботу Фарад Фломарт, велосипедная барахолка в Нюрнберге, Франкенштрассе 200. И эта информация есть в интернете, и за этим можно следить, когда бывают такие велосипедные барахолки. Уже несут с барахолки красоту. Она, кстати, с 6 утра здесь и до 16:00. Так, Трудельмаркт. Нам туда. Так, ну вот так это выглядит. По-другому, чем в Эрлангене. Но, надеюсь... Здесь будет чем нас порадовать, собственно, как всегда. Немецкие фломарты – это всегда что-то невероятное. Ja,
Nei, Thailand også. Det for alles, hvis der er ungdomstøj. For alles, hvis der er ungdomstøj. 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 Ой, друзья, ну такое. Посмотрела один рядочек маленький, как-то пока мне не очень. Ну, это ж такое дело. Тут не очень, а тут сейчас будет шедевр. Во сколько? 5 евро. 5 евро. Я только пса, а кто? Вифиль? 8 евро, из Росента. Вите? Сегодня веник тут я. 5? Угу, тоже 5 евро. Какая красота. Я просто обожаю такие вещи. Он, конечно, поцарапанный. А этот... Так, столик стоит 150. Так, пойдем прямо. Король лев хрустальный. Покажу вам. Вот в основном 90% это вот такие витрины. Здесь, конечно, совершенно не празднично. Моя ирландская будет аж в сентябре. Евро. Такая тарелочка. Aber was muss man für alle mit Gasheizen? Der Arne hat auf jeden Fall auch 2 Euro Abschlag gehabt. Jetzt soll er 305 Euro. Und ich gehe noch einmal auf die Arne hat 200 Euro Abschlag, zahlt fast 1000 Euro. Dann ist immer nur ein bisschen ja, ich alle. Aber ich hab was. Aber das kommt jetzt dann erst. Das ist ja nicht alle. Mit der Schubte Teile, wo ich mal einen Gas hoch und dann abholen, ich nur gleich wieder, ey. Wir gehen über die Runden, da machen wir uns gar nicht mehr. Ich mach mal 5 oder 1, ne, über die Wohnung 2. Du,
Wieder mal lange, ich muss ja wieder ausschalten. Ja, weil Sauerstoff ist drei. Aber wie sieht der SUG da aus? Also, ich bin gespannt, wie ich gehe. Ja, bei der Heizung macht oder Thomas wohnt. Überhaupt keine Heizung. Und dann findet nicht einmal eine Heizung auf. Ich hab schon wegen Heizung. Weil die oben heizen, ja, das ist klar. Die oben heizen, die unten heizen. Die Depot. Also, wenn es damit aufstellt, ha? Gestern in Scholz, hast du gestern in Scholz gesehen? Und immer wieder. Geld. Wir kriegen ja nur Geld vor eigentlich. Ja, nur. Ja, ja. Moment. Nein, jetzt erzähl dir. Der Feigerer hat gesagt, dass der Kaiser wollte Похоже, как у меня, ленточки, только у меня меньше размер. Вот собака борзая, обалдеть. Вифель костит? Der kostet 45. Угу. 35. А это, по-моему, ЛФЗ. Да, я точно знаю. €10 красивая. Столько золота здесь. Вау! Гляньте, какая люстра. Кожаная обувь. Мир gefällt kleines Buchen. Große, мир gefällt nicht zu viel. Zu viel, zu viel, schon keine Platz. €1. Dankeschön. Grundtier. Ui, wer kommt denn da? Eine Beutelacke. Ich war da vorher, doch da vorher. Und doch da vorher. €15. Ирландин что-то написано. Wie viel? Die kostet 12 Euro. 12 Euro. Wie viel wollen Sie für den Spiegel hier unten? 25. Wie viel? Das mache ich. Geht nur 10 Euro. Ich mache 15 dafür. 15? Aber 10 Euro mache ich jetzt. 10? 10. Mhm. Кто тут на полу валяется? Дания.
холодный, я раз поехал. Знакомый. Каком черт? Я не удовлетворена. Мне нужны еще зрелища, а их нет. Вот вам и Нюрнберг. Но, вероятно, погода помешала, потому что вчера был проливной дождь, и сегодня тоже по прогнозам дождь. Ну, в общем, как-то так скудненько. Что с этим делать? Такой органайзер. Ничего себе. Куколки. Was es wert ist. Normal kostet sowas im Internet, keine Ahnung, 18, 17, 15. Ja. Старинная тарелочка. Все уже потрескано. Jetzt gibt's für die Kohle, genau, und dann kriegen wir den Rest. Ne? Was brauchst du? 3 евро колокольчик. Это что за красота? Очень интересно. Сумочка. Хороший фарфор. Чинройтер. И собаки тут ходят, колли. Презентарь, он такой тяжелый. Так, гляньте, какой трон. Друзья. Ну что, вы сами все видели в номинации «Наихудшая из барахолок Германии» победила барахолка Нюрнберга на Флюгафе. Не так я сюда рвалась. Ну, возможно, все-таки погода помешала, но все равно, кто бы что ни говорил, атмосфера эрлангенской – это просто невероятная. У меня, конечно же, есть такие утешительные для себя подарочки. И будем их рассматривать. Хочу вам сказать, конечно, мне бы хотелось прежде помыть это все. Очень много грязной посуды продается. Даже не знаю, мне все-таки приятнее покупать, когда она чистая, да? Ну, еще если в идеальном состоянии. Так, друзья, ну что, делаем быстренько обзор на лавочке. Так, и начнем мы с вот этой красоты, небольшого размера тарелка. Ценность ее, конечно же, в необыкновенном ручной росписи майсонском букете. И она теперь у меня.
я так понимаю, что это 80-й год, производитель перед вами, не знаю, кто это, не знаю, может быть, это Райхенбах, если буква R. Ну, ее нужно вымыть, но этот букет, он великолепен. Так, ну, а это чудо, просто чудесное. Тоже очень нежный букет ручной росписи. Рельефный, посмотрите, такой рисунок. Золото прекрасно сохранилось. И хочу вам сказать, что для меня я все выискивала себе, какие-то вот по типу таких пиалочек, потому что чего нам не хватает в быту, так это вот таких каких-то вот небольших вот такой формы салатничков, да. И это, угадайте, это Шуман. Вообще просто чудесное создание. Единственный недостаток, что она одна. Ну, пока, значит, так. Еще словила я сегодня такую жар-птицу. Тоже здесь ручная роспись. Тоже такой формы, как мне нужно. И, друзья, это кайзер. Так, ну а это показываю вам вместе, потому что это один и тот же производитель. Дома все вымою еще раз, конечно, вам сфотографирую уже в чистом виде, но сейчас хочется просто все вам показать. Сколько здесь золота такого жирненького, блюдце. И это вторая старейшая после майсенской мануфактуры фабрика Фюрстенберг. 270 лет производит красоту и до сих пор. Вот такая чашечка для эспрессо. И посмотрите, какие розеточки. Конечно же, ручная роспись. И такие очень милые, как-то с одной стороны вроде бы неопрятно это все так, ну, такими штрихами нарисовано, но в этом есть свой шарм и такой стиль. Мне тоже очень нравится. Такое ощущение, как будто бы я сама это нарисовала. Я вам покажу. 5 штучек таких розеточек. Ну, по-моему, прелестно. Ну что, друзья, давайте глянем, куда сегодня можно полететь из Нюрнберга. Лондон, Пальма, Родос, Ларнака, Бари, Франкфурт, Стамбул, Неаполь, Амстердам. Да, здесь особая атмосфера. Особенно я люблю наблюдать за встречающими. Так, это мило. Трогательно. Так, друзья, все вам показала. Благодарю вас за просмотры и до новых встреч.